Хочу всех поприветствовать на своем канале, на котором мы рассматриваем самые перспективные ICO-проекты. И в сегодняшнем обзоре речь пойдет о проекте под названием Kymex. А, слайд проекта находится перед вами, и в сегодняшнем обзоре мы поговорим, что же это за проект, обсудим его возможности, а также детали продажи токенов. А, итак... Crimex у нас является децентрализированной платформой двоичных опций, которая основывается на технологии блокчейн со стороны зрения равноправного шаблона. После того, как компания Crimex позволяет использовать платформу бинарных опционов, она будет разрабатывать более сложные транзакции. Также, как бы в отличие от традиционных методов транзакции, проект Timex предоставляет трейдерам абсолютно надежную среду транзакций. Это эффективно для улучшения, когда у нас ситуация является самой печальной, с которой многие трейдеры сталкиваются довольно-таки часто. Каймекс uh, uh, у нас основывается техно на технологии блокчейн и имеет исключительные черты. К примеру, используя Камекс, никто не может подделывать информацию, uh, либо же угнетать сам рынок, как в традиционных обычных бинарных опционах. К примеру, можно сказать, это Форекс. Uh, также, как бы, на нерегулируемых платформах деньги клиента не обязательно хранятся в доверенной учетной записи, как того требуют государственные финансовые правила. Опять же, транзакции не контролируются третьими сторонами, чтобы обеспечить э, честную торговлю. Используя камекс, каждая транзакция и средства э, доступны для просмотра э, уже не, непосредственно всем. То есть, как бы вас не смогут обмануть, либо же как бы, манипулировать рынком на данной платформе. Э, трейдеры обязательно получают гарантированную выплату, если как бы, они выигрывают. Также основная цель проекта у нас является предоставить производственный финансовый рынок, а также потенциальные возможности для обеспечения современного финансового рынка. А также, как бы, какие же решения предлагает у нас сам проект? Во-первых, это чистый рынок P2P, то есть делают ставку а, на банк роллеров, держатели токенов KMX получают прибыль от торговых сборов. Также у нас гарантированная выплата. Платежи выписываются по, по смарт-контракту, который направляется на как бы, ваш эфириум адрес, либо же другой адрес. Также никто как бы не сможет вас, вам не выплатить адрес, потому что будет заключен смарт-контракт между вами и платформой, и он будет обязательным к выполнению. Также прозрачность как бы у нас и безопасность, то есть здесь у нас играет ключевую роль технология блокчейн, которая обеспечивает эти все функции. Также хотелось бы добавить, что проект имеет свою же версию а, на платформах Android и iOS. То есть вы можете его скачать либо же в Google Play, либо же в Web Store. Как бы это довольно-таки тоже удобно. А, также хотелось бы добавить, что проект имеет свой собственный токен. Он называется Kymex Token. А, токен он у нас основывается на стандарта ERK20 Ethereum. А, токен Kymex позволяет его держателям участвовать как бы, в самой системе а, Kymex. С помощью данного токена вы сможете а, из, как бы, из заключать сделки, получать прибыль в токенах, либо же продавать эти токены KMX на торговых биржах. А, теперь немножко информация о самом токене более детально. Так, смотрите, сокращенное название токена KMX, а потом тип токена ERK20 Ethereum. Uh, для ICO у нас как бы uh, будет приемлемая валюта для инвестирования. Это у нас эфириум. Минимальная инвестиция составляет 0.01 эфириум. Uh, также за один эфириум вы сможете приобрести 6000 токенов KMX. Uh, также uh, для, для продажи выделено 150 миллионов токенов KMX. Также здесь вы можете ознакомиться чуть-чуть ниже uh, с самим токеном. Uh, здесь у нас также есть команда, вы можете складывать на ссылочку на их LinkedIn и ознакомиться с их а, профессиональной деятельностью. А, в принципе, команда профессионалов. Также у нас здесь есть команда адвайзеров. И здесь показывается, куда будет у нас листиться а, сам токен после продажи, как бы успешной продажи на токен сейле также здесь у нас есть Roadmap, так называемая дорожная карта проектов, которая говорит, что при пресейл уже, уже начался, и как бы один пресейл, и будет еще второй пресейл, который еще 16 сентября. А самая основная продажа, то есть токен сейл запланирован на октябрь 2018 -го года. А на текущий момент, как бы здесь вы уже можете ä, принять участие, нажать на кнопочку To, uh, purchase токен и уже подследовать по дальнейшим инструкции либо же на кнопочку Buy Now. А uh, также хотелось бы добавить то, что данный токен у нас будет листиться на такие известные биржи, как KuCoin, IDEX, Bit, Bit, BitBay uh, и BitMart. В принципе, довольно-таки неплохие перспективы у проекта. Uh, да, кстати, хотел напомнить, что сейчас у вас есть возможность получить 30% бонус. Но ну, напоминаю, все ваши инвестиции на ваше собственное усмотрение. Также добавлю то, что данный проект у нас имеет свою техническую документацию, так называемый white paper, в котором полностью рассказывается, что это за проект, рассказывается о его преимуществах. Также говорится, что у данной платформы в самом приложении вы можете скачать Kimex Wallet. Это кошелек, который поддерживает токены стандарта ERC-20 и также ERC-223 Ethereum Network. Также здесь вы можете найти полную информацию о токене, о roadmap, о токен также о команде и многое другое. Ссылочку я вам оставлю в описании, кому будет интересно, может зайти и ознакомиться с данным документом. Проект представлен у нас на форуме Bitcoin Talk, своя веточка, где вы тоже можете зайти и ознакомиться с проектом вкратце, а также почитать отзывы пользователей, которые уже принимают участие в данном проекте. А также у вас есть отличная возможность принять участие в баунти-компании а, и получить токены KMX. А Баунти-компания представлена следующим видом баунти. Это у нас... Facebook компания, Twitter компания, компания переводов, YouTube компания, блог, видео, пиар компания и подписная компания. В принципе, обширный список баунти, с которых вы можете выбрать баунти, которые больше всего импонируют и получить токены KMX. Что можно сказать в итоге? Проект довольно-таки интересный. Улучшение функционирования бинарных опционов является сейчас востребованной темой среди современных трейдеров. На этом как бы, пожелаем проекту удачи достигнуть своего хардкапа и уже как бы, увидеть его как состоявшийся проект. На этом мой обзор подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.